Успеешь? Сложно ее открывать. Опа. Вот. Скорее надо, скорее. Сейчас, честно, может, еще опять раскроется. Не хочет. Не хочет. Ну, это ветры, мне кажется, они наоборот складывают, нет? Возьмешь, как пошевелить рукой. Ага. Нет, не хочет. Ну, такая интересная, у нее даже тело, видишь, какое-то сидит такое. Красный, черный. Нюра, Маша ее прям это не хочет. А вон у нее хоботок завернутый. Видишь? Ох, да. На секунду. Это голубая морфа и есть, да. Голубая морфа. Ну. Какая же красивая, а? Какая же красота. Его как раз сейчас есть повод, где гнать вот эти, да? Фоткай. Кто завладел всем, владел. Скажет, я для вас все делал, а вы это даже не можете сделать, как положено. Как же он сказал? Все, полетело. Раскрывалась, это тоже стала раскрываться. Она раскрывается, тоже стала раскрываться. Синяя. Может, какое-то мгновение ветерка появилось какое-то откуда-то. Что это? Не безответственность, а аморфа. Безалаберность. У нас ходила, значит, одна здесь девушка такая, молодая. Она дома, у нее коллекция цыганочек. Она прям их, они когда вот засыпают, он их продавал. То, что раньше продавал, он их продавал. И она покупала, и такие покупала рамочки, одинаковые все белые. И у нее прям дома, показывала на телефоне, прям вот так вот. Давить вас или придушить вас надо. С ним, когда говорили, что вот вы, наверное, так прям... Ну, конечно, все ожесточенные люди. Ну, а не видишь, что? Вот у нас тоже торговцы были мещера. Потом, где тогда, ее не было тогда. Да. И потом начали постепенно славяне здесь. Вот, ну, интересно, как народность какая появилась. Все. Прям очень хорошо. И мало, четко. Молодец. Да, ничего не скажу. Прям молодец. Как бы скомпоновать. Тут еще есть фото, что Егоровский. Зайдете, можете написать отзыв какой-нибудь, ну, потом свяжемся. Сейчас еще куколок привезут, так может быть даже еще в разы больше, как раз придете. Ну, мы там уже